Друзья, в связи с тем, что YouTube могут заблокировать в нашей стране, просим вас подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы вы могли и далее смотреть наши видео. Ссылка в описании. Силогенелла чешуелистная. Ученые выяснили, что это растение появилось на свет тогда, когда на Земле еще были динозавры, примерно 300 миллионов лет назад. Это растение смогло пережить не только динозавров, но и глобальное похолодание, а также появление цивилизации. Род Силогенелла включает в себя около 700 видов растений. Все они похожи на папоротники или мхи и очень любят влажные тенистые места. Но есть среди них один вид – Силогенелла чешуелистная, который в засушливые периоды из зеленого живого кустика превращается в маленький, высохший комок из спутанных стеблей. Силогенелла чешуелистная родом из пустыни Чихуахуа, которая лежит на просторах севера Мексики и Нью-Мехико, а также штата Техас. Здесь это растение, находясь в состоянии глубокого сна, способно ждать годами редкие в тех краях дожди. А после дождя его листья довольно быстро оживают, приобретая зеленую окраску, и растение какое-то время активно живет и размножается. Но при отсутствии новых дождей и влаги, по прошествии некоторого времени оно вновь уходит на покой. Радужный эвкалипт. Нет, это дерево не облили краской, это так задумала природа. Эти очень яркие, очень красивые и не менее необычные деревья можно увидеть на Филиппинских островах. Называются эти деревья радужный эвкалипт. Слово «радуга» в названии этого удивительного растения присутствует не случайно. Их кора переливается почти всеми цветами радуги – желтым, оранжевым, синим, зеленым, фиолетовым и коричневым. Даже при близком знакомстве с эвкалиптом кажется, что его кору словно разрисовал абстракционист. Однако разноцветные полосы и пятна имеют природное происхождение и даже служат чем-то вроде индикатора возраста коры. Если дерево недавно потеряло свою кору, то на этом месте на стволе новая внешняя кора будет иметь ярко-зеленый цвет. В течение длительного времени кора постепенно темнеет и изменяет свой цвет от синего до фиолетового. Еще позже она становится темно-бордовой или оранжевого цвета. Радужный эвкалипт – удивительное дерево, растущее до 70 метров в высоту. Это единственный вид эвкалипта, который произрастает в северном полушарии. Естественные места обитания этого дерева, то есть его ареал, лежит в Индонезии, Новой Гвинее и Филиппинах. В настоящее время радужный эвкалипт можно встретить в Южной Америке, Малайзии, Шри-Ланке, Китае и некоторых других странах, где это дерево также культивируется. Гиднора африканская. Африканская гиднора – одно из самых странных на вид растений. Оно не самое распространенное, и случайно на него наткнуться во время похода в Африку довольно трудно. У африканской гидноры такой вид, что сразу даже и не скажешь, что это растение. Это создание природы больше похоже на гриб и остается таковым до тех самых пор, пока цветок его не раскроется. Собственно, и назван-то цветок в честь гриба. Гиднор по-гречески значит гриб. Но цветы у гидноры не появляются по несколько лет. До тех пор, пока в месте, где живет растение, не выпадет нужное количество осадков. После дождя цветок появляется из-под земли и может достигать в длину 10-15 сантиметров. Данное растение произрастает в пустыне на юге Африки, Аравии и острове Мадагаскар. Внешний вид гиднора весьма специфичен. Одни говорят, что ее цветок похож на змеиную голову, которая широко раскрывает свою пасть. Другие же называют его необычным грибом, пока он не раскроет свои ярко-оранжевые лепестки. Также цветок имеет неприятный запах, который привлекает жуков-навозников и мух, которые опыляют растения и которыми после опыления гиднора может и пообедать. Литопс. Эти суккулентные растения из Южной Африки, обладающие мясистыми листьями, еще называют живыми камнями. Такие растения точно копируют гальку и мелкие камушки, среди которых растут. Эта способность к подражанию настолько велика, и растения до того похожи на камни, что их даже не замечают животные. Все литопсы имеют длинный стержневой корень, который способен из самых глубин грунта вытянуть необходимую для жизни влагу. Хотя в период жаркого африканского лета, в период засух иногда и длинный корень не помогает. В таком случае надземная часть растения отмирает. Но стоит только пройти дождю, листья растений сразу восстанавливаются. Обычно живые камни представляют собой два вида измененных листа, более или менее сросшихся. В природе растения обычно сильно засыпаны песком, а в период дождей на них распускаются яркие и красивые цветы, напоминающие ромашки. Баобаб.
Баобаб является одним из самых больших деревьев на планете. В высоту он достигает сравнительно скромных 25 метров, но зато в обхвате может показать вдвое больший результат. Взрослые деревья часто становятся полыми и могут вместить до 120 тысяч литров воды. Последние исследования установили, что во многих случаях внутренняя полость создается путем слияния нескольких стволов, возраст каждого из которых может исчисляться сотнями лет. В прошлом эти гигантские деревья часто становились жилищами и убежищами для людей. В Австралии даже есть тюремный баобаб, который был использован в качестве места лишения свободы в конце 19 века. Есть две версии того, как баобаб прибыл в Австралию. Быть может, плоды, упавшие в воду, приплыли туда из далекой Африки и распространились от побережья. Другая теория предполагает, что популяция сохранилась еще с тех времен, когда Африка и Австралия были частью одного континента – древней Гондваны. Этот праматерик существовал 65 миллионов лет назад. Баобабы растут очень медленно. Всем тем гигантам, которые притягивают внимание туристов, уже много сотен лет. И довольно мало, потому что в суровых условиях саванн долго живут только самые выносливые и удачливые. Главные враги этих деревьев – переувлажнение, засухи, молнии и слоны, а также заболевание под названием «черный грибок». Интересный факт. На спиле баобаба не бывает колец роста, как у многих других деревьев, поэтому для установления их возраста используется углеродный анализ. Ученые выяснили, что наиболее крупные экземпляры достигают возраста в 2-3 тысячи лет. Львиный зев. В России данные цветы именуют собачками. В Англии – снэпдрэгон, кусающий дракон. Во Франции – волчьей пастью, а на Украине – ротиками. Также его называют антиринум. В переводе с греческого означает «носоподобный», похожий на нос. В древнегреческом мифе, рассказывающем о Геракле, а точнее об его первом подвиге, говорится о том, как он поверг немейского льва, о свирепости которого знали все. Гераклу в честь победы богини Флоры был вручен подарок. Это был прелестный цветок, именуемый львиным зевом. С этого времени у греков появилась традиция вручать героям львиный зев. Львиный зев – одно из самых популярных растений в садах Европы и Соединенных Штатов. Он назван так из-за визуального сходства с пастью дракона, который открывается и закрывается при легком сжатии бутона. Но у этого прекрасного цветка есть еще одна удивительная особенность. Когда его лепестки отмирают и опадают, остаются лишь засохшие семена, которые очень похожи на жуткие, крошечные, человеческие черепа. Возможно, из-за этого необычного внешнего вида с древних времен обрастает растение различными легендами. Например, женщины раньше кушали его крошечные черепоподобные семечки, чтобы вернуть себе утраченную молодость и красоту. Кроме этого, согласно старинным преданиям, если рассеять семена львиного зева по всему дому, то они защитят его жителей от проклятий, колдовства из глаза. А если носить его спрятанным в одежде, то человек кажется для других более привлекательным, харизматичным и общительным. В викторианскую эпоху из-за двуличной внешности цветка дракона он также был символом обмана и тайн. Мосс-шар. Мосс-шары – это такие уникальные водоросли, которые растут сами по себе и не цепляются за дно или камни. До недавнего времени нитчатые зеленые водоросли, которые формируются в шары, можно было обнаружить только в двух местах – на дне японского озера Мивант и его исландского родственника Акан. Однако совсем недавно такие же шары были зафиксированы в Австралии на одном из сиднейских пляжей. Появление мосс-шаров в Австралии стало первым фактом их существования в южном полушарии Земли. Особенность этого типа водорослей состоит в том, что они не растут от дна или плавающих объектов. Шаровые водоросли растут во всех направлениях из центра шара. Шары вырастают до размеров от 12 до 30 сантиметров, вне зависимости от климата, где были найдены. Така-шантрия. Така-шантрия – черная лилия, летучая мышь. Это название одного из самых необычных цветов, с которым связано множество легенд и даже суеверий. Цветок темно-вишневых и темно-серых оттенков воспринимается черным, а благодаря необычному строению соцветия возникло сравнение с орхидеей или лилией. Родом экзот из областей Юго-Восточной Азии, Индии, Малайзии и тропиков Южной Америки, где он произрастает в самых разнообразных природных условиях. И хотя внешним видом такка похожа на орхидеи, к данной культуре она не имеет никакого отношения. Многолетнее растение принадлежит семейству такковых. Издавна люди используют в качестве ценного пищевого продукта мучнистые клубни такки, содержащие очень большое количество до 25% крахмала. Клубни такки очищают от кожуры, натирают и несколько раз тщательно промывают горячей и холодной водой, чтобы удалить содержащееся в них горькое и ядовитое вещество таккалин. Полученный из клубни растения крахмал обычно используют для выпечки хлеба, изготовления пастилы, халвы и пудингов.
Иногда крахмал такки смешивают с другими ингредиентами, например, соком молодого кокосового ореха, и используют для изготовления целебного напитка. В африканских странах употребляют в пищу и мякоть ягод такки. Правда, едят эти ягоды в основном дети. А в Полинезии из волокон стеблей такки делают шляпы и рыболовные сети. Пока! На этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите другие наши видео.